Какими темпами в Самарской области продвигается капитальный ремонт многоквартирных домов? Какие проблемы могут возникнуть при проведении работ и согласовании сроков ремонта? Инна, ой, у нас так лифт плохо работает. Как справиться с непредвиденными обстоятельствами? Действительно, многие дома перешли с одного периода выполнения капитальных ремонтов на другие, более поздние. Что делать в этой ситуации? Смотрите программу «Коммунальный справочник» 24 мая в 18:45 на телеканале «Самара ГИС».